При изолированной недостаточности аортальных клапанов выслушивается ослабление первого тона на верхушке и второго тона на аорте. Ведущим аускультативным признаком является нежный дующий диастолический шум, начинающийся вместе со вторым тоном, который определяется на аорте и лучше всего в точке Боткина. Предварительно прослушайте запись нормальных тонов сердца на верхушке. Прослушайте аускультативные данные при изолированной недостаточности аортальных клапанов на верхушке. На аорте. Точки Боткина. При изолированном стенозе устья аорты выслушивается низкий грубый систолический шум и ослабление второго тона на аорте. Прослушайте запись.